Здравствуйте, с вами магазин Автозвук UA. Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании Ventura на цоколь HB4, температура свечения 4300 кельвинов. Поставляется в обычной картонной упаковке. В комплекте у нас находятся две ксеноновые лампы мощностью 35 ватт лампы. Идут в защитных поролоновых колпачках для того, чтобы не повредились при транспортировке. Лампы подключаются на питание 12 вольт с помощью стандартного разъема подключения. И к блоку розжига ведут три разъема. Разъемы стандарта CAT, два которые поменьше, есть еще стандарт AMP. Нужно это знать при замене и выборе лампы. Вторая лампа абсолютно идентичная. Сейчас одну из ламп мы подключим к блоку розжига. Все подключается очень просто. Между собой нужно подсоединить три разъема. Разъемы индивидуальные, перепутать не получится. Таким образом у нас лампа готова к подключению питания. Сейчас подключим 12 вольт и посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Лампа загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы все очень ярко будут отсвечивать, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенонового автомобиля нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. Температура освещения в данном комплекте заявлена 4300 кельвинов. Как мы видим, она идет слегка желтым оттенком. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.